Итак, друзья, я всех приветствую на своем канале. Смотрите, покупка очередного синего лебедя. Это уже такая же машина, как и те. Две уже у нас такие были. Одна уже продана, работает. И одну сейчас в процессе делаем. В общем, это сестра тех самых машин, которые у нас уже были. Такой партии, такого цвета. Так, смотрите, в общем. Volvo VNL 2004 год. Чем заинтересовал этот автомобиль? Одной маленькой, но серьезной деталью. Скажем, по внешним, я к деталям потом вернусь. По внешке машина требует внимания прям конкретного, честно. Ну, скажем, машина с виду. Смотрите, здесь все надо делать. Сказать, что гнилая, я бы не сказал, что она прям такая гнилая. Резина слабенькая. Ну, в общем, амортизатор оторванный. В общем, работа на машине есть. По ходовке все надо перебирать также. Тормоза придумали трусы. Что я могу сказать? Ну, в общем, так-то едет она мягко, в принципе, нормально. Заинтересовал тот факт, что на этой машине мы ставили двигатель. Здесь стоит мой мотор, который мы сюда ставили. На канале этой машины нету. У нас не все машины выходят в YouTube. Чтобы вы знали. Так, здесь стоит Детройт, который мы ставили. Мы делали. Он оригиналом капиталенный. Полностью двигатель перебранный. В общем, это наш двигатель, что я могу сказать. После ремонта он прошел 25 тысяч километров. То есть, грубо говоря, это наш мотор с пробегом 25 тысяч километров. Поэтому эта машина заинтересовала. Так что сейчас покажу, как он работает. В принципе, работает хорошо, тянет хорошо. Мотор не сапунит. Там оригинальная поршневая стоит. Потому что я ставил сюда ее. Что я могу сказать? Такой вот двигатель. Заведу, покажу, как он работает. Купили эту машину. Мы купили ее лишь потому, что двигатель этот. Все. Чисто наш мотор. Кстати, салон, да, покажу. Салон такой слабенький, но потенциал есть. Что я могу сказать? Потенциал есть. Ну, Volvo обычно салоны, ну, скажем, в хорошем состоянии. Здесь тоже ручки, двери, панель, нормально все. Единственное, мы когда забирали машину, здесь у него не было на ручке питания. Мы подали его, я взял питание, в общем, прямо, ну, с плюса. Плюс подали, чтобы ручка работала. Так, покажу, как он работает. Спустя 25 тысяч километров. Ну, он еще холодненький. Но звук такой, звонкий, приятный. Детройт. Мотором ранее нами ставленный. Он продал машину, говорит, из-за того, что водитель ушел на спецоперацию, ушел воевать. Машина стояла, поэтому я ее продал. Потеков масла такого глобально тут еще не было. Он сухой, в принципе, нормально все. В общем, такая у нас покупка. Цвет красивый очень, кстати. Классно вообще. Все это переберется, все сделается. Будет работать, будет красивый автомобиль. Машина покупалась у нас в крае. Я ее освежил перед началом работ.
общем, сейчас этой машине что, в принципе, ходовку перебрать, внешку в порядок все привести, и будет нормальная машина. Мотор уже трогать не надо, потому что это наш двигатель. Так что вот так вот. Ну все, друзья, в общем, вот такой автомобиль, вот такая покупка. Зверюга, что я могу сказать. Едет мягко, Volvo все равно, с Детройтом. Это классный автомобиль, очень классный. Ну все, поехали. Ну что, парни, показать, как едет этот автомобиль с нашим Детройтом. Как он ускоряется, покажем. Тут уже сотку идем. Давление, температура. А не, прет нормально. Все, 120 завязано. Газулька неактивная. Все. Не, едет нормально. И в салоне, знаете, так тихо, спокойненько, так знаете. Ну как вот руль даже. Спокойно едет, нормально, машина такая, знаете, приятная везде. Volvo есть Volvo, что там говорить. И по давлению неплохо, и температура четко держит. И скоростях, кстати, классно включается вообще. Правда, здесь 4-я, 5-я развернутая. Почему-то и 9-я, 10-я развернутая. Ну все, в общем, вот такой автомобиль у нас приобрели. Вы знаете, довольны ли мы покупкой этой машины? Прям, знаете, что прям вот прям такая покупка. Огонь. Я бы не сказал. На машине много работы, именно помимо двигателя еще. Да, работы хватает. По ходовой, по внешнему виду. Радует только мотор. Что я могу сказать? Который мы сюда поставили. Ну все, друзья, такая вот покупка у нас. Такая вот Volvo. Так что. Ну все, друзья, всем пока, не болеть, самое главное, мирного неба над головой. Всем пока.